Эх, а что ты закурил-то? Сюда не закуришь. Короче, братушаня, развалю тебя как есть. Определяешься ты в этой ситуации, как с половиной имеющей. Кивала не может располовинить берлогу без согласия всех претендующих на нее олей. Ты должен им создать такие адские условия проживания, чтобы они сами с котомками хором посеменили на вокзал. А дальше? Дальше по рельсам. Хат твоя. Простите. Верочка. Вера Васильевна. Вот. А, да, Вера Васильевна. Наш главный конструктор. Здравствуй, Николай. Здорово, коль не шутишь. Чего, опять? Ну? А Пашка не сказал, что я сегодня не при делах? Не, а что такое? Да он друг ко мне приехал из Москвы. Заседание у нас сегодня в 12. Нам выезжать скоро, а еще обсудить надо, что да как, ну, сам понимаешь. Да. Давай завтра. С утра подъезжай так же. Завтра? Иван Степанович, Дмитрий. Зуб даю, все сделаю в лучшем виде. Ну ладно. Коль, ну ладно. Завтра так завтра. Порадовал. А из нынешних кого нет у тебя? А в моем хозяйстве все, что хочешь, есть. Только нынешним еще времени пришло. Мало исторического зазора. Пускай пока на стенке повисят. Как крепить будем? Гвоздями, ну, к бревну прифигачим. У тебя гвозди есть? Нет. О! У меня саморез в машине есть. Пойдем выпьем. Пойдем. А у меня еще Ельцин есть. Только он, мне кажется, мелковат. Дирижер. Ну, гвозди забыли. Спасибо. Я что хотел спросить, товарищ земляничка, разрешите? У меня ваше мнение очень важно. Вот говорят, что в наших идеях, в большевистских идеях, есть много общего от христианства. Равенство, братство. Или это заблуждение? Печальное заблуждение, товарищ Георгий. Вредное. Товарищ Ленин учит, что это опиум. Так какой опиум? Я не первый раз это слышу. Лукавая тактика. Нечем бороться, так давайте примажемся. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Сотни лет, веками они заставляли нас гнуть спину, чтобы им было хорошо здесь и сейчас. А нам обещали вознаграждение там и потом, на небе. А мы не хотим там и потом. Мы хотим здесь и сейчас, и мы там бьем! Чёртов характер. Ой, опять зажглась. Я даже говорить спокойно об этом не могу. У меня партийная кличка была Демон. Демон! Богина. Ня-ня-ня-ня. Слушайте, товарищ Кун, вы бы лучше русский язык учили. Либо говорить на своем языке, либо молчите вообще. Селю на мертвых увольняжем.